Ну а молодежь Кабардино-Балкарии тем временем провела свой первый слет. Встреча подрастающего поколения, организованная республиканским Минобром, начинающими парламентариями и молодежным центром КБР, прошла в одной из школ второго ЧГЭМа. О том, какие вопросы были подняты активистами, расскажет Адам Абазов. Сотни активистов на одной площадке. На первый республиканский слет пригласили волонтеров, студентов, а также представителей молодежных советов при городских районных администрациях. Здесь обменивались опытом, участвовали в тренингах и, самое важное, налаживали деловые связи. Одна из основных проблем, которую мы видим сегодня, это неналаженная система взаимодействия, и задача форума, слета сегодняшнего, как раз познакомить ребят друг с другом, чтобы они могли делиться проектами, планами, ну и выходить смело на уровень работы молодежного парламента и молодежного правительства республики. Действо развернулось сразу на 5 площадках. Участников слета учили азам политической деятельности и продвижению проекта в социальных сетях. Обсуждали развитие волонтерства в районах, организовали даже импровизированные выборы. На каждом семинаре, на каждом форуме мы получаем определенную пользу. Не просто так же приходим. Естественно, в будущем буду использовать полученный опыт. Надеюсь, тоже буду кандидатом в каких-нибудь выборах. Следующий слет молодежи планируется провести через полгода, ну а до тех пор им предстоит применить усвоенное на практике. Адам Абазов, Алим Нартоков, Вести, Кабардино-Балкария.